Александр Сергеевич Пушкин обучит дагестанских школьников финансовой грамотности. Это стало возможно в рамках проекта «Пушкин знает», запущенного Центром финансовой грамотности Минфин Российской Федерации совместно с Почтабанком. На портале «Мои финансы» создан действительно новый проект под названием «Пушкин знает», который позволяет школьникам и старшеклассникам и студентам улучшить свою финансовую грамотность, финансовую культуру. Проект состоит из видеоподкастов и конкурса. Первая серия видеоподкастов уже загружена на сайте. Темы доступные и актуальные для современных школьников, желающих научиться обращаться с деньгами. Здесь Андрей Борисов, известный российский блогер, объяснит, как начать зарабатывать деньги и помогать родным, научит управлять личным бюджетом, а также даст пару советов, как накопить на смартфон или новые любимые кроссовки. Это было типичное утро Александра Сергеевича. Наше все? Вчера в очередной раз проигрался в карты князю Трубецкому, оставив расписку, что выплатит долг, конечно. Простите. Мальвина Халидова отмечает, что уникальность данного проекта заключается и в развитии интереса детей к литературе. На примере известных поэтов и героев они не только узнают о их биографии, но и могут почерпнуть для себя полезную информацию. Помимо этого, на портале также запущен конкурс, в рамках которого победители получат приз от Почтабанка в размере 10 тысяч рублей. Конкурс будет проходить с 1 октября по 15 декабря. И в этом конкурсе могут принять участие ученики, молодежь в возрасте от 14 до 22 лет, граждане Российской Федерации, соответственно, и еще одним условием является наличие пушкинской карты. Напомню, что пушкинская карта дает возможность молодежи бесплатно посещать кинотеатры, выставки, музеи. И номинал пушкинской карты в этом году составляет целых 55 тысяч рублей. Для участия в конкурсе необходимо снять небольшой видеоролик продолжительностью около 1 минуты, в котором участнику нужно разобрать поведение любого персонажа из русской литературы с точки зрения его взаимоотношений с деньгами и посоветовать ему, как поступить в данной ситуации. А после опубликовать на своей страничке ВКонтакте с хэштегом «Пушкин знает». Это, я считаю, как учитель литературы, позволит проникнуться в образы литературных персонажей, по-другому взглянуть на их жизнь и сделает для них, позволит сделать новые открытия. Данный проект Мальвина Халидова старается советовать своим старшим ученикам, чтобы тем было проще обращаться с деньгами уже во взрослой жизни. Это важно, потому что финансовая грамотность сейчас присутствует везде, и без этой грамотности современному человеку будет очень тяжело. Мы на каждом шагу сталкиваемся с мошенниками, с аферами различными. И если ребенок со школьной скамьи будет знать о том, как уберечь свои сбережения, как накопить сбережения, то ему в дальнейшем во взрослой жизни будет легко.